По крышам капает капель, наверное, пришла весна. Вот и сегодня, субботний день, а наш клиент в ожидании мотоблока Motor Sich 9E. Вот сегодня мотоблок Motor Sich 9E уезжает в Харьковской области, в поселок Липцы. И сейчас мы вместе вскроем, посмотрим. Уважаемые зрители нашего канала, уважаемые подписчики, будущие владельцы, желающие эту технику. Вот так выглядит упаковка мотоблока Motor Sich MB9E. Это мотоблок с двигателем мощностью 9 лошадиных сил, бензин с электрооборудованием. Двигатель стоит завода-изготовителя Weimo, за что на сегодняшний момент и любят этот мотоблок. В сочетании этой коробки передач и двигателя получается очень хороший такой мини-мини трактор, назовем, наверное. То есть очень хороший силовой агрегат. Ну и сейчас мы вместе распакуем, посмотрим и будем проверять. Напоминаю, мы находимся на канале Булаточка. Субботний день. Ознакомление с техникой тест-драйва. А для будущих наших покупателей я хочу сейчас показать, как это все происходит. Такая, видите, добротная упаковочка. Сейчас мы снимем упаковку. Дальше под упаковкой идет вот такой полиэтилен. Это все делается для того, чтобы, видите, вот пыль и... Заказчик покупал, к заказчику приходил все-таки товар. Ну, в таком все хотят вот этого ощущения, когда привозят новый товар. Человек понимает, что он является владельцем именно абсолютно новой техники. И ради этого, наверное, многие люди идут в магазины и покупают новую технику. Вот мы вскрыли мотоблок Motor Sich 9E. Его заказывает наш дорогой зритель. Он еще не является подписчиком канала. Ну, надеемся, может быть, после этого станет. Вот сейчас мы как раз сможем увидеть, как наши менеджеры перед отправкой всем нашим покупателям производят обязательную проверку комплектации. Обязательно мы сейчас его запустим, проверим КПП. То есть для вас, наш уважаемый заказчик, мы покажем, как с транспортного положения, может, вам придется как-то в транспортное положение поставить. Ну, если не придется, может, другим зрителям будет это интересно. То есть мы сейчас разворачиваем рулевую колонку. Я сейчас покажу, как настраивается именно коробка переменных передач. Ну, пока все фиксируется, хочу еще раз показать. Вот это двигатель. Это двигатель мощностью 9 лошадиных сил. Бензиновый, с электростартером. Он очень хорошо сочетается вот с этой коробкой переменных передач. Конечно, для тех, кто любит дизель. То есть, если я буду сейчас рассказывать о преимуществах бензина, это будет неправильно. Это абсолютно разные по своим подходам. И люди делятся на тех, кто любит дизель, и тех, кто любит бензин. Я, например, отношусь все-таки к тем, кто к бензину относится, ну, немножко проще. Потому что он и в обслуживании проще. И если бы это все-таки был, наверное, автомобиль, или такая сельхозтехника большая, которая используется часто на больших площадях, ну, наверное, дизель. Лучше крутящий момент. Но в данном случае на мотоблоках это не совсем такой ощутимый показатель. То есть, что мы имеем? Здесь идет фильтр воздушный в масляной ванной. Это тоже плюс. Обязательно при работе влить масло. Вот там есть, ну, есть специальный уровень. Бак емкостью 5,5 литров.
возможность запуска ручного. И в данном случае этот мотоблок идет с электростартером. Мы видим, есть здесь и регулятор напряжения. Можно электрооборудование повесить. Вот есть такой датчик. Это датчик, который не дает возможности запуститься двигателя, если масла в КПП нету. Ну, что еще хочу сказать. Коробка переменных передач. Здесь на сегодняшний момент одна из лучших. Вот есть такие боковые редукторы. Вал отбора мощности, включаемый, отключаемый. Вот с этого места он включается, отключается. По своим характеристикам сама коробка очень-очень хорошая. Сцепление в масляной ванне. В коробке есть синхронизаторы. Переключение происходит плавно. В комплектации идут, мы видим, дополнительные грузы. Колеса идут 12 диаметра. Ну, что еще можно, наверное, рассказать. Сейчас мы проверим все уровни масел. Запустим. А, можно показать, что в комплектации идет вот еще вот такой аккумулятор. Вот так он закреплен. Ну, напоминаю, мы смотрим видеообзор мотоблока Motor Sich 9E, который уезжает в поселок Липцы. Это Харьковская область. То есть сегодня субботний день. Это день, когда мы имеем возможность сделать доставку. Доставку той техники, которую люди уже выбрали, протестировали. Наши менеджеры проконсультировали. И сегодня наша логистическая служба повезет надежный мотоблок и приятное настроение. Следим за тем, как происходит сборка, подготовка техники. Ну, а если вы еще не подписались, я рекомендую вам подписаться. Потому что будет много интересных видеообзоров. Все наши подписчики, которые делают заказы, получают дополнительные бонусы. Ну, а в данном случае, уважаемый заказчик, если вы даже потом подпишетесь, скажете нам свой ник, и вы получите приятный момент или приятный бонус. Вот такие мы. И вот такой канал Булаточка. Канал Булаточка, он не нацелен на продажу. На канале Булаточка мы в большей степени информируем о том, чем занимается наша компания, какие наши ценности, как мы видим свой сервис и обслуживание клиентов. А вам, если нравится, пишите, комментируйте, рекомендуйте. Все цены можно смотреть по ссылкам у менеджеров. Уточняйте наличие акционных предложений, бонусных предложений. Мы вас не расстроим. То есть не расстроим ваши ожидания однозначно. Ну а там все познается в сравнении. Мы сейчас подключаем аккумулятор. Вольем бензин. Напоминаю, мы сейчас смотрим видеообзор мотоблока Motor Sich 9E. Это мотоблок, укомплектованный двигателем Waymo мощностью 9 лошадиных сил. Хочу заметить, что этого двигателя очень-очень достаточно для данного типа мотоблока. И с активной фрезой, и с плугом ведет себя очень хорошо, что является подтверждением. Есть канал, я немножко сейчас прорекламирую, Иван Рудень. Он является владельцем этого мотоблока. У него очень много интересных видео, то, что касается именно об этой модели. Я рекомендую его посмотреть вам. А затем, будет желание, в комментариях напишите, хотели бы вы себе такого же надежного помощника. И вот сейчас мы находимся возле мотоблока Motor Sich MB9E, который отправляется у нас в Харьковской области, поселок Липцы. Сейчас мы вот уже сняли упаковку. Давай проверим масла. То есть масло в КПП. Вот у нас откручиваем мы вот такой медный болт. Щуп. Берем щуп. Он идет отдельно в комплекте. Это обязательная процедура, которую мы
делаем. На заводе мы, насколько знаем, это тоже все делают. Так, масло есть, масло по уровню, заливаем. Потому что вот этот датчик, он следит за наличием масла в коробке. И если его нет, то есть он не даст нам завестись. И сейчас мы с вами вместе посмотрим, заведется ли наш любимый мотоблок. Давай, Руслан, еще в двигателе посмотрим же обязательно масло. Масло есть. Окей, вкручиваем. Здесь тоже стоит датчик уровня масла, который отсекает искру. И это тоже большой плюс. Защита от дураков есть и там, и там. Ну и давайте сейчас, что мы делаем? Получается, закрываем заслонку, открываем краник. Перед этим мы влили бензин. Ну и сейчас мы будем запускать. И вот мы видим, уважаемые зрители, как запустился мотоблок мотор Sitch, укомплектован двигателем Weimar 177FE. Это двигатель мощностью 9 лошадиных сил. Вот сейчас, после запуска, мы уже с уверенностью можем дальше проверять нашу коробку. Ну и потом уже мы его грузим в наш автомобиль и везем нашему заказчику. Если вам нравится наш сервис, пожалуйста, мы рады видеть вас в нашем офисе на территории нашей компании. Вы ощутите тот сервис, который мы пытаемся нести офлайн. Все, кто приезжает офлайн, получают, конечно, дополнительное внимание. Они нас могут увидеть вживую. Ну и, наверное, это большой плюс. Ну а те, кто, конечно, находится далеко, мы жмем вам руку и говорим, что это весь этот сервис, он рассчитан в большей степени для потребителя. Потому что наша задача сделать так, чтобы потребитель имел возможность выбрать и заказать тот товар, который непосредственно придет ему. Не по фотографии, а лучше получить вот такой видео отчет. Мы знаем, что нашу услугу уже многие пытаются внедрить, и это хорошо. Значит, за нами смотрят, нас анализируют, и все это будет только улучшать сервис и отношение к покупателям. Вот такой мотоблок Motor Sitch 9E сегодня уезжает в Липцы, Харьковская область. Мы, уважаемый наш зритель и заказчик, поздравляем вас с этим. Ну и сейчас мы вместе с нашими сервис-менеджерами проверим, как он ездит. Проверим КПП. И вот сейчас мы мотоблок сняли с транспортировочного поддона. Обязательным нашим требованием, да даже не требованием, а обязательным перечнем работы, который мы выполняем перед отправкой техники к нашим клиентам, это проверка КПП. Чтобы работало сцепление, не заливало, чтобы скоростя включались хорошо. Потому что после того, как мы транспортировочную упаковку достали, то есть в принципе вопросы не возникают, но иногда бывают. И так как это все-таки мотоблок мы доставляем своим служебным автомобилем, человек нас будет ждать и встречать, хотелось бы, чтобы все было на высшем уровне. Напоминаю, мы смотрим видеообзор мотоблока Motor Sitch 9E. Мотоблок, который мы можем рекомендовать в сочетании этого двигателя с КПП. Его достаточно для работы с активной фрезой. В принципе, ну, понятно, те, кто хотят дизеля, то есть те стремятся за дизелем. Но я вас уверяю, дизель не намного лучше, но однозначно дороже. Я думаю, вот такой живой видеообзор очень полезен нашим будущим покупателям.
которые следят за нашим каналом, которые еще не решились, какой же мотоблок все-таки им выбрать. Благодаря вот таким видеообзорам живым о технике, о таком, знаете как, настроении, когда ты видишь, как все делается для других, и, наверное, ты хочешь ощутить себя на их месте. Так вот, если вы еще этого не сделали, у вас есть возможность перейти по ссылке, позвонить нашим менеджерам, наши офис-менеджеры вас проконсультируют, или напишите в комментарии, мы сами с вами свяжемся. Ну и все, сегодня субботний день, мы рады вас всех видеть в субботу на территории нашей компании, приходите к нам в офис, получите море позитивного настроения, надежных партнеров в нашем лице, надежные мотоблоки с гарантийным и сервисным обслуживанием. Ну и в конце хочу только сказать, если вы еще не подписались, я рекомендую вам подписаться. И вот сейчас я особо это никогда не показывал, но я уже до конца хочу показать, как происходит процесс. Вот наш надежный мотоблок Motor Sich мы грузим в автомобиль. Сейчас я с этой стороны вам покажу. Дальше мы его ставим на транспортировочную площадку. И это все сегодня уезжает в Липцы, в Харьковскую область. Мы вас поздравляем с надежным выбором. Также у вас в комплектации еще идет вот такая фреза. Еще там перечень навесного оборудования, плуг. Ну, так как времени немного, ребята уже спешат. Поэтому на этом я буду останавливаться. Ну и встречайте мотоблок. А кто хочет ощутить такой же сервис, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда вам в этом поможем. Спасибо.